вы сейчас в нашей школе искусств, и мы приехали с победой. А сейчас вы узнаете, какой был конкурс и куда мы ездили. Аруна, расскажи, какой был конкурс. Конкурс был очень тяжелый. Там было много соперников. Мне на конкурсе боль запомнилась, как мы там выступали. Было много очень соперников, сильных. И там был еще мастер-класс, проходили. Мне понравилось, как выступали другие ансамбли, где выступают взрослые люди. Они танцевали очень красиво и ярко. Я бы хотела стремиться к этому и танцевать точно так. Конкурс назывался «Роза Казахстана». Он проходит в Болгарии, России и Казахстане. Наш преподаватель – Тажмет Атульбай Благождарович. Он с нами занимался, помогал нам отрабатывать движения. Сахна вашего пилигена нас, Женя. Куб адамдар. Тұрған кезде қобалжыған. Себебі әр адам өзінің өнерін сонда жерлерде көрсету керек. А я дополню. Это был международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Розы Казахстана». И мы заняли там первое место. И надеемся, что будем ездить в разные страны и побеждать. Диплом лауреата первой степени вручается хореографическому ансамблю «Жас де Урен». Номинация «Стилизованный народный танец» 11-14 лет. Шымкент, Казахстан.